еще одна победа нашей команды. Теперь мы будем вещать и на 22-й кнопке у всех кабельных операторов. Получили мы это право, выиграв конкурс Роскомнадзора. Закон о 22-й кнопке был подписан президентом Владимиром Путиным и вступил в силу в прошлом году. Он обязывает операторов кабельного телевидения бесплатно размещать в своих сетях на 22-й позиции городские телеканалы, чтобы зрители могли смотреть местные новости. Аналогичное требование действует в отношении обязательных региональных каналов. За ними закреплена 21-я кнопка. В Тюменской области это право у нас, телеканала «Тюменское время». Сейчас вы смотрите вечерний хэштег как раз на ней. Но у нас теперь целых два канала, а значит, два раза больше времени, чтобы удивлять телезрителей. На 22-й кнопке мы будем называться «Твоя Тюмень». Упор будет сделан, конечно, на городские события. Чтобы убедить федеральную комиссию, необходимо доказать, у нас есть возможность закрывать 24-часовое телевещание. Наша команда представила проект канала, познакомила с новыми программами. Все было очень серьезно. Например, конкурс в Кирове признали несостоявшимся, хотя было три участника. Но ни одна из этих трех телекомпаний не смогла представить убедительные доводы и концепции. Мы же готовились и победили, и сейчас для вас ролик о том, что будет на новом телеканале «Твоя Тюмень» на 22-й кнопке. Добрый вечер, дорогие телезрители. Это стандартное региональное телевидение. Всем знакомая картинка, которая сегодня больше утомляет, чем удивляет. А это «Твоя Тюмень». Свежий взгляд на то, каким должно быть современное мобильное телевидение. Ежегодно мы создаем более 20 тысяч единиц авторского контента. 24 часа, 7 дней в неделю, 180 человек на телепроизводстве объединяются, чтобы показать наш город по-новому. Интервью с медийными личностями и мнение улиц. Новости Тюмени, России, мира. Никаких предположений, только проверенные факты. Документальные фильмы рассказывают об истории региона, экранизируя жизнь прошлого. Трансляции главных событий города, лайв-включения с площадок мероприятий и закулисья. Развлекательные программы и реалити-шоу создают позитивный настрой на весь день, а живое общение в социальных сетях позволяет быть ближе к онлайн-аудитории и ее запросам. Мы стираем границы между телевидением и интернетом. Новые формы мобильной подачи информации позволяют нам расширить спектр программы и выйти на новую аудиторию. Медиахолдинг «Сибинформбюро» осуществляет теле-, радио- и интернет-вещание на территории Тюменской области. Городской канал «Твоя Тюмень» – новый проект линейки холдинга. «Твоя Тюмень» – это люди, которые делают. Люди, которые смотрят. Город, который любим.